Совершай открытие. Вот что гласит одна из многочисленных надписей, расположенных в Казанском федеральном университете. А что она значит и для чего расклеены, расскажем чуть далее. С 1 марта в зданиях институтов Казанского федерального университета расклеили более 50 надписей разного содержания. От милых и уютных «А ты сегодня поел?» до утешающих «Допка – это не конец», чтобы напомнить расстроенным студентам о том, что все поправимо. Это такой комплексный проект, который реализует Департамент информационной политики Казанского федерального университета. Ну, то есть, вообще не секрет, что мы любим какие-то такие ивентики в социальных сетях, что-то происходящее, что мы делаем, что называется, руками. В общем, департамент по производству всего и вся, можно так сказать. Для чего вообще нужны эти надписи? Так или иначе, для многих учеба является стрессом и поводом для переживаний, ведь от этого напрямую зависит наше будущее. Но также важно не забывать и об остальных аспектах жизни, о чем и говорит нам Казанский федеральный через эти надписи. Позвони близким, не бойся написать первым, высыпайся. Все это акцентирует внимание на том, что может вылететь из головы из-за сосредоточенности на учебе. А ведь главное во всем – находить баланс. На самом деле, да, студент – это очень такое социальное существо, для которого важно видеть поддержку, какие-то знаки там, где они совершенно не ждут их увидеть. Ну, то есть очень часто, работая в университете, ты видишь ребят, которые действительно там попадают на, например, дополнительную сессию. Там отсылка наша, одну из легендарных надписей, что допка – это не конец. Очень часто ребят попадают на доп-сессию, выходят такие грустные, и для них очень важно увидеть вот этот вот знак, который, возможно, кому-то поможет чуть-чуть перевернуть их мировоззрение. Самое интересное, что помимо моральной поддержки, благодаря этим надписям, можно получить различные подарки от КФУ. Ведь объявлен конкурс. Первые 3 человека, которые сфотографируются со всеми надписями, гарантированно получат оригинальные призы – мерч Казанского федерального университета. А самое главное, друзья, помните, допка – это не конец. Виктория Прохорова, Тимур Ахметов, Универ Новости.